Колпинском районном суде Санкт-Петербурга зарегистрировали административный иск прокуратуры, которая потребовала запретить песню рэпера Моргенштерна «Я съел деда». Об этом сообщили в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов города. Специалисты, проверявшие песню рэпера, указали на некорректность названия. При этом суду придется тоже прослушать этот трек, так как специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста. А еще под раздачу попали несколько аниме, в том числе культовый сериал «Тетрадь смерти», о том, как богу смерти стало скучно. Попросили там проверить и эльфийскую песню, межвидовые рецензенты, «Красный квартал», «Токийский террор». По данным Медиазоны, не понравился специалистам и еще один знаменитый аниме-сериал «Наруто». В пагубном влиянии японского аниме на умы детей РФ предстоит разобраться Колпинскому районному суду Г. Санкт-Петербурга, отметили в сообщении Объединенной пресс-службы судов города.